хочешь, чтобы я с тобой разговаривал, а? По-китайски, по-тарабарски. Ты ж по-русски не понимаешь, а? Это бездарно, плохо. Выросла на новогодних огоньках и больше в жизни ничего не слышала. Нет, я между... Заткнись! Я пытаюсь хоть что-то выжать из твоего голосенка, а ты поешь нормально только два такта, а дальше снова начинаешь блеять. Хорошо, я сейчас пою так, как надо. Да уж напрягись. Ну что я дам тебе взамен? Боль затянет нас соль на сердцу. Да стоп! Стоп! Да, тетя Лен. Да она его отключила. И вы не волнуйтесь, я жду. У них там творческий процесс, может, до утра. Я не знаю. Тетя Лена, я перезвоню. Ян, просто о тех, кто бросил и сдался, мы потом ничего не слышим. Ну все, мы закончили на сегодня. Мы, походу, вообще закончили. Да перестань, все нормально. У меня был знакомый басист, так он вообще на репетиции душил проводом вокалиста. И как получилось? Не, не задушил, их разняли. И не о том. Много у них золотых дисков раскупили. Я не могу в это поверить. Я работаю с элемент ноль. Меня учит петь Степан. Я все равно не могу в это поверить. Я... Что? Он действительно прав. Я ничего не знаю. Всю жизнь слушаю какую-то отстойную попсу. Дура дурой. Но ничего. Я ему докажу. Спасибо тебе, Лешка. Ян, дочь, мы с мамой очень тебя любим, поверь нам, но это невозможно, ты постоянно задерживаешься на этих репетициях, я понимаю, у тебя своя личная жизнь, ты хочешь стать певицей, я, пожалуйста, пожалуйста, но у тебя есть телефон, ты можешь же позвонить, предупредить, что ты задерживаешься, что ты, ну, не можешь прийти наконец-то, ну, это же так же невозможно, мама всю ночь не спала, пошла на работу. Я всю ночь не спал, сейчас пойду ездить тут. Ян, ты слышал, что я говорю? Я повторяю, Ян, мне очень не нравится, как ты разговариваешь с мамой. Очень. И поверь, она этого не заслужила, правда. Па, я сейчас не готова разговаривать. Все нормально. Я не знаю, как еще достучаться до этого ребенка. Что я дам тебе взамен? Боль затянет нас в свой плен. На сердцу ноль, скажу молчать. За душу любовь, чтобы не вспоминать. Прожигая наши души, запирая на замок. Мы с тобой если не станем лучше. Постоянно в корах, но сила тяги так же действует. Потому что тело должно преодолевать силу сопротивления. Сюда иди. Что это? Метроном. А для чего? Задавать ритм. Задавать ритм. Так вот ритм, ритм, ритм! А не это мягкое дерьмо, которое ты выдаешь своим ртом! Если глухая, так хотя бы смотри! Не слепая же, нет? Ой,
что? Я жалею, что втянул тебя в это. Давай не сейчас. Папа нашел тебе хорошую квартиру. Ее можно смотреть прямо сейчас. И уезжать сегодня. Ты не хочешь поехать с нами? Я могу одну неделю жить с тобой, а другую с папой. Дай папе трубку, пожалуйста. Алло? Манипулировать, используя чувства ребенка, недостойно мужчины. Ясно? Ты не обижайся, звонил Влад. Степан раздражает, что ты сидишь по двери во время репетиции. Ну, зал-то он меня не пускает. Ну да. Мы договорились с Владом, что он подбросит меня после репетиции домой, ему по дороге. А я что? А ты... Ты можешь встретить меня дома. А еще лучше выспись. Ты же еще учишься, в отличие от меня. Леш. Но другого шанса уже не будет. Если я сейчас трушу, откажусь и брошу, то я так всю жизнь буду трусить, понимаешь? И никогда ничего не добьюсь. Mm. Она тебе надо? Надо. Зачем это терпеть-то? Затем, что он всегда орет на репетициях. А мне пофиг, пусть орет. Я сильный, я не сломаюсь. Подожди секунду. Что делаешь? Зачем тебе Янин стакан, а? Я не понял, а что вы хотите? А я тебя помню. Ты таращился на нее у Михайловых дома. Зачем тебе стакан, а? Яна, здравствуйте. Я хороший друг вашей мамы, хирург и вообще порядочный человек. Вы можете сказать юноше, чтобы он на меня не кидался так агрессивно? И не надо мне тыкать, я не люблю. Ты говорила, ты его раньше не видела. Глупо получилось. Ну ладно. Яна, можно на пару слов? Нет, нельзя. Леш, ну что он мне сделает? Яночка, Я взял стакан, но потому что, вы знаете, сейчас существуют достаточно точные ДНК-экспертизы, и у меня есть основания полагать, что вы моя дочь, Яна. И вот это моя работа. Составляю тесты. 5 признаков того, что твой парень – вампир. Или вот этот. Какой ты динозавр? Хочешь пройти? Ни в коем случае. Должен же я сохранить от тебя хоть какую-нибудь тайну. Между прочим, сайт твоей клиники не обновлялся уже полгода. Это плохо. Звездное небо не обновляется тысячелетиями, и никто не жалуется. Как не обновляется? Обновляется. Просто мы этого не видим. Мне не нужен сайт. Я живу в реале, в своем микрорайоне. Когда я иду по улице, собачьи хозяева радостно здороваются со мной. А собаки наоборот. Кого-то ждем? Да нет. Простите за беспокойство. А, сосед, мне тут поговорить по делу. Говорите при мне. А что случилось? Я возвращаю вам то, что вы заплатили, и залог. Пересчитайте. За то, что вы прожили, ничего не беру. Я ничего не понимаю. Квартиру мне надо срочно продавать. А. Дарья Ильинична, но мы же понимаем, что это неправда. Вы будете и дальше сдавать. И, кстати, ваши будущие жильцы узнают, что вам нельзя доверять.
Квартира моя. Хочу – сдаю, хочу – отказываю. А вы, пожалуйста, съезжайте. Подождите, но мы же подписали договор. Расторгаем. Деньги вот. Я даже знаю, кто вам эти деньги дал. Не стыдно? Освобождайте квартиру. Смотри, тачка. Фу. О! Ну и чего ты добился, Боря? До тебя стало трудно дотянуться, большой босс. А так? 3 сообщения оставляла секретарю, в том числе по работе. Ну, прости. Рутина. Текучка. Мы так и будем здесь, на улице? Слушай, Вил, там Юля дома. Не хотел ее огорчать. Она переживает. Ты же обещал обо всем поговорить с ней. Подростки. С ними так сложно. А, хорошо. Юле привет. Опять слушать этот ванильный писк? Ты прокладка ходячая. И ты поешь, как использованная прокладка! Я... Okay.
Алло. Леш, ты здесь? А Яна? На репетиции. Одна? Леш, ну ночь на дворе, как ты вообще ее мог отпустить одну? Ее на машине привезут. Сделаю из тебя звезду, чучело. Это что, кровь? Мам, спокойно, это не моя. А что происходит вообще? Кто тебя привез? Яна, ну помнишь, что вообще завтра папа день рождения? Дорогой папа, поздравляем тебя с днем рождения и дарим тебе на новую приставку и телевизор. Виталий, Александр и Яна. Ну, знаете, чем порадовать папулю-то? Смешно. Прямо как настоящее. Слушай, у Витальки на текущий ремонт собирали по 2000, три класса, сумма вроде совпадает. Виталик, ты как мог? Виталик не виноват, это я нашел в носке под мусоркой. Шурик, так не бывает. Не надо врать. Дима. Ну хорошо, не врать, а это фантазировать. Не надо выгораживать Виталию. Ты еще скажи, что тебе эти деньги Дед Мороз подарил. Дима. Не Дед Мороз, они были в носке. Я сначала взял посмотреть, потому что там была машинка. Ты с ним был? Да. Это было на нашей мусорке? Да. Точно? Точно. Я сейчас.
сюда, сюда, проходите. Здрасте. Что случилось-то? У Филимоновой-то беда. Князь-зять приехал и всю ее заначку выбросил. Какую заначку? Ну, она все свои сбережения-то среди хлама хранила, а он этот хлам весь из квартиры вынес. Ну, по фэншую. В квартире же хлам хранить нельзя. А как уехала, она спохватилась, а мусор-то уже из баков весь вывезли с утра. Теперь инфаркт. У тебя деньги где были? В носке? А носок какой был? Шерстяной? Пестренький такой. А ты откуда знаешь? Поздравь меня с днем рождения, Филимонова. Я сейчас. Не волнуйтесь. Релякция. Да ну что вы, ну ей-богу, это как бы и ни к чему. Тяжело тебе, Ленка. Ты со святым живешь. Он святой. Так, мой младший сын, что он мне скажет? Давай, Шурик. Нет, Шурик, давай без мухи. Давай своими словами, что ты мне скажешь? Наш папа самый лучший. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой. А когда Яна придет? Спасибо. Обещала не позже восьми. Папа, я тоже хочу тебя поздравить. Очень интересно. Угу, понятно. Конечно, давай. Пап, слушаешь? Пару слов благодарности нашему продюсеру Владу. Спасибо нашему DOP Максиму. И, конечно же, нашим замечательным музыкантам Денису, Андрею и Владу. Меня зовут Степан, и мы группа Элемент 0.
покажу всю песню. Ты тоже красота моя. Это не мой монтаж. Ну, да, там изменили. Но просто показали нашим промоутерам, они решили привнести кое-что свое. А тебе понравилось? Мне не в титрах, нигде, не на сайте. Гош, спасибо тебе за работу. Я вообще еще там хотел со сцены сказать. Вопрос не успел. Короче, спасибо, но больше мы с тобой работать не будем. Мне предлагают операторов на выбор. Извини. Ничего, мам, отстань. Ты где шляешься? У нас была премьера клипа, потом мы репетировали. Что? Все хорошо, мам. Да что хорошо? Ты на себя посмотри, ты ведешь себя как последняя шалава. Кто бы говорил? Ко мне мужик на улице подходил. Ты моя дочь, говорит. Я близкий друг твоей мамы. Так что кто еще из нас шалава? Свою деятельность на престоле он начал с того же, с чего и до, и после него начинали едва ли не все, кто вставал во главе российского государства. С амнистии. Юля, я же просила выключать. Юля! Что ты ему сказала? Я не паникую. Нет, я не паникую. Это тебе на него плевать. Тебе всегда было на него плевать. Неужели ты не понимаешь, что он сейчас может сделать? У него телефон не отвечает. Я все понимаю. Ну, да плевать я хотел на этого клавиша. Ты ж понимаешь, что Андрей лучше в кадре смотрится в тысячу раз. Сейчас, погоди, повиси минуту. Ага, да. Да, на месте. Написала фигню. Ну, кстати, в общем потоке положительных рецензий достаточно неплохо звучит. Да. Нет, не проплаченная. Нет. Слушай, здесь связь плохая. Давай я тебе попозже перезвоню. Да, пересечемся. Давай. Ну что смотришь на меня? Ты школьник. А я? Это я. Это жизнь. Всякое бывает. В общем, найди себе новую тёлку и успокойся.
Не надо. Не надо. Спасибо. Не, да? Ты голодный? Голодный? Так. Смотри. Значит, вот. Лёш, теперь, значит, винегрет. Тут вот зелень. Ты ешь помидоры? Ешь. Помидоры. Ага, вот. Еще вот тут. Очень, очень хороший. Сейчас я салат сделаю. Так. Значит, вот. Держи. Тарелки, стаканы. И, конечно, так, я не знаю, конечно, как это все называется, но, в общем, вот так. Наливай. Папа сегодня не будет. Очень рада, что мы с тобой познакомились. Я тоже. Мама! Привет, мам! Боренька, сыночек, что-то случилось? Нет, мам, ничего не случилось, все хорошо. Ты обо мне совсем забыл. Звонишь раз в год. Ну что ты такое говоришь? Я тебе звоню каждую неделю, мама. Хорошие сыновья не забывают о своих матерях, они заботятся. Мам, да, я у тебя ужасный сын, но звоню тебе совершенно по другому поводу. Я, конечно, послушай. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Мама! Что мам, послушай меня, пожалуйста, внимательно! Друга и звонить друг другу. У меня к тебе просьба. Thank you.
тебя. Да. А что? Как он себя чувствует? Прекрасно. Но Лёшка же сам первый начал. А что ты перед этим сделала? Напомнить? Я не знала, что так получится. Мне очень жаль. Дерьмо. Вот только ради тебя я его жалею. На этот раз. Я слишком резко как-то ему сказала, надо было помягче. Да у парня бомбануло. Что было его, то стало моим. Рядом с тобой мой силуэт. О! А рядом с тобой мой... песня, а? Это ж музыка! Меня там нет, а рядом с ней чужой силуэт. Ну, у тебя и рожа сегодня. Юрий, я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Все хорошо. Это папа. Я сейчас. Привет, па. Привет. А ты когда приехал? А как у тебя дела? Я говорил с бабушкой. У нее проблемы со здоровьем. Что-то серьезное? А... Что ж твой доктор не поздоровался? А, он выглядит не очень хорошо после вчерашнего. Решил тебя не огорчать. Какой тактичный мальчик! Па! Когда ты его ближе узнаешь, ты его тоже полюбишь. Ну что же, я вас поздравляю. По результатам испытательного срока вы можете претендовать на постоянную работу в нашей клинике. Кстати, Лазарь Михайлович очень высокого мнения о вас. Ну что, подпишем договор прямо сейчас? Вот здесь, пожалуйста. Я могу его сначала почитать? Весь? Ну, это же слишком долго. Ну, ничего, я его возьму домой, дома почитаю. Ну, я думал, вы не будете сомневаться. Договор стандартный, там ничего особенного. Да я не сомневаюсь. Почитать просто хочется. Садись. Я постою. Не хочешь мне вообще-то спасибо сказать? За то, что ты не стал меня нарочно топить, ну спасибо. Лен, Лен, послушай, подожди, все. Я после аспирантуры тяжело переболел. Паротит и с осложнением, неважно. Короче говоря,
я никогда теперь не буду отцом. У меня пожилые родители, очень пожилые, они переживают. Если Яна моя дочь, ну просто скажи. Ну скажи. Я ни на что не претендую, понимаешь? Ни на что. Я даже никому про это ничего не скажу. Я просто буду знать, что у меня в этом мире есть моя дочь. Все. Я буду изредка звонить. Какие-нибудь небольшие подарки. Я буду смотреть, как она взрослеет. Лена! Ну, будь человеком. Ну, неужели так сложно признаться? Да не твоя она. Ну, у нее отец есть, понимаешь? Ну, я не знаю, ну, хочешь, сделай анализ ДНК. А чья? Лена, чья? Я не буду я с тобой это обсуждать. Ну, что, смотри, какая оказалась скромная и правильная девочка. Оказывается, какая богатая личная жизнь. Пошел ты! Здравствуйте, Евгения Александровна. А у вас разве не ночь? У нас ночь. Только я не могу спать после Бориного звонка. Хоть бы он думал о ком-то еще, кроме себя. А что случилось? Это я тебя должна спросить, что случилось. У меня на следующую неделю были совершенно другие планы. Почему я должна встречать Юлю, морочить ей голову? Что это у вас там такая за несчастная любовь? Сердцеед, от которого надо ребенка прятать. А Боря ничего вам больше не говорил? Например, что мы разводимся. Я что-то ничего не слышу. Подожди. Мы разводимся с Борей. Я не слышу. Сейчас перезвоню. Мы разводимся с Борей! Yes. Yes, Mr. Lee. 200 persons. Yes, sure. Of course, sure. Bye-bye. Привет. Привет. Знаешь, что это такое? Вот видишь, две полоски. Две. А это значит, что через 8 месяцев мы сможем кое-кого взять на руки. Документы по выплатам Ольги и раздела имущества уже готовы, и я хочу, чтобы ты их заверил нотариусу. Он ждет приемной. Еще я хочу, чтобы ты перестал следить за своей бывшей женой. Оставь ее в покое. Ты рад? Я... Ну, тогда я жду звонка, чтобы это как следует отпраздновать. Ничего, папочка, ты привыкнешь.